Икона «Прибавление ума» – это почитаемая в православной церкви икона Богородицы. По преданию, икона была написана в 17 веке после чудесного явления Божьей Матери иконописцу, страдавшему беспамятством и приступами безумия. После этого видения больной исцелился и написал икону, оригинал которой хранится в Спасо-Преображенском соборе города Рыбинска. На иконе «Прибавление ума» Богоматерь и Христос изображены с пеленатыми филонию. На главах у Марии и младенца царские венцы. В левой руке у Христа держал. Икона «Прибавление ума» – это почитаемая в православной церкви икона Богородицы. По преданию, икона была написана в 17 веке после чудесного явления Божьей Матери иконописцу, страдавшему беспамятством и приступами безумия. После этого видения больной исцелился и написал икону, оригинал которой хранится в Спасо-Преображенском соборе города Рыбинска. На иконе «Прибавление